Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Ксения Колесникова, художник. Поздравляю вас с открытием замечательной выставки. Спасибо огромное. Вот вы рисуете города, мотоциклы. Скажите, вот что по-вашему важнее? Куда ехать или на чем ехать? И то важно. Вот вы рисуете Майами. Вы там с натуры рисовали или так? Я там много путешествовал, делал зарисовки. Потом... А вот вы не обратили внимания, что там едут, чтобы приехать, а у нас едут, чтобы самоутвердиться? Не знаю, это все по настроению. Я пишу. То есть у вас разнятся картины отечественной дороги и зарубежной дороги? Я не делю их. Это просто мое настроение, мое впечатление, мои путешествия. Вот у вас на выставке прекрасный мотоцикл Harley Davidson. Да. Это ваш мотоцикл? Это мотоцикл моих друзей, которые его построили. А вы сами любите ездить на мотоциклах? Да. Мы с мужем ездим на мотоцикле. А на чем больше любите? На машине или на мотоцикле? Летом на мотоцикле. Летом на мотоцикле? Скажите, пожалуйста, вот вы живете с продаж картин? Я не знаю, что вам ответить. Я просто художник, рисую в мастерской. Не, ну вот, допустим, если кто-то профессионально занимается чем-то, он должен жить со своей работой. Допустим, водопроводчик должен делать водопровод. Художник должен продавать картины, так мне кажется. Конечно, я живу своей работой. Вы живете с продажей картин. Это вам удается сводить концы с концами. Да. Поздравляю, это очень редко сейчас происходит. Скажите, а вот... Когда вы идете по улице, вы видите сюжет будущей картины или сама улица вам преподносит этот сюжет? Скорее второе, да. Улица вас втягивает. Я не знаю, что я буду рисовать, это момент экспромта. То есть сюжет картины возникает спонтанно у вас? Да. Неожиданно для вас самой? Да. И вам сразу хочется нарисовать. Как долго вы работаете над каждой вещью? По-разному. Можно работу одну делать полгода, другая может ложиться за несколько недель. Бывает вообще за неделю, допустим. Все зависит, как работа складывается. Потрясающе. Ну, очень я рад, что я оказался на вашей выставке. Успехов вам. Спасибо. Успехов вашей выставке. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо.